Привет, друзья! Сегодня у нас 7-й выпуск, и мы снова будем собирать коллекционный альбом Panini Mickey Mouse Sticker Story. Мы все ближе и ближе к тому, чтобы собрать весь этот альбом, в котором собрана вся 90-летняя история Микки Мауса. Но вот с каждым разом у нас все больше и больше повторок. Надеюсь, что сегодня все-таки у нас будет повторок поменьше. Но посмотрим. Вот такие вот классные пакетики мы открываем. В каждом выпуске 5 наклеек, одна коллекционная карточка содержится в каждом пакетике. Ну, посмотрим, что нам попадется сегодня. Итак, первая наклейка сразу у нас такой вот бандит Карло. Мне кажется, такая у нас наклейка уже была. Я практически в этом уверен. Номер 78. Ну, уже становится все сложнее и сложнее собрать весь альбом. Номер 78. И действительно, да, такая у нас наклейка была. Сразу повторка, к сожалению. Далее у нас кадр со старого мультфильма «Микки и Минни». Вот такие вот забавные. Номер 125. И посмотрим, здесь у нас, наверное, относится наклейка к главе про Микки и Минни. Да, действительно, что они уже с самого начала были вместе, с самого начала мультфильмов и комиксов, но, к сожалению, вторая повторка. Ну что ж, друзья, итак, у нас следующая наклеечка, номер 247, и посмотрим, надеюсь, все-таки она... Хотя бы она будет не повторка. Это у нас наклеечка к приключениям Микки Мауса в горах. И это не повторка. Здорово. Ну что ж, здорово. Номер 247. Вот Микки и Гуфи едут куда-то в горы на этой наклейке. И отлично. Наконец-то первая не повторка сегодня. И это, конечно, не может не радовать. Далее у нас следующая наклеечка. Это у нас часть какой-то большой наклейки. Номер 100. Здесь у нас Микки Маус также с прошлого изображен. А, это часть вот этой большой наклейки. Вау, класс. Ну что ж, номер 100. Здорово, что это не повторка. И мы все ближе и ближе к тому, чтобы собрать весь альбом Микки Маус Стикер Стори. Итак, номер 100. Здорово, теперь осталось только вклеить аккуратненько эту наклеечку. Здорово. Ну что ж, следующая наклейка у нас в пакете. Снова, мне кажется, комикс номер 77. И 77, надеюсь, у нас она не повторка. Не, к сожалению, повторка. Ну вот, очень много повторок стало. И коллекционная карточка. Вот такой вот Микки, номер 23. И мне кажется, такой у нас не было. По крайней мере, я надеюсь на это. Итак, номер 23. Это значит здесь. 19, 20, 21, 22, 23. Да, здорово. Такой карточки у нас нет. И это очень-очень... Нет, не здесь, конечно же. На этом развороте. Такой карточки у нас нет. Здесь у нас собраны различные фотографии с Микки Маусом. И здорово, очередная карточка в нашу коллекцию. Ну что ж, откроем второй пакетик на сегодня. В первом пакетике было целых 3 повторки, к сожалению. Но посмотрим, что будет во втором пакетике. Итак, карточка и наклейки. Мне кажется, такой не было у нас. Мини с Дейзи вместе играют в теннис или во что-то, не знаю, 186. Такой наклеечки я, честно говоря, не припомню. Да, это здесь у нас про семейку Дак. И написано... Да, написано, несмотря на то, что они живут в городе, в различных городах, Дейзи и Мини подружки, они часто звонят друг другу. Минимум 2 раза в неделю. И вот номер 186. У нас такая вот классная наклейка про Мини и Дейзи. Итак, следующая у нас наклейка Микки в космосе. Или Мини в космосе. Да, Мини 229. Значит, не только Микки Маус был в космосе, но также и Мини была в космосе. Да, действительно. Ну что ж, номер 229.
9 наклеечка, и она не повторка. Это здорово. Итак, номер 229 клеиваем. Следующая наклейка у нас вот такой вот бандит Карла, номер 253. Где-то висит над обрывом, но, наверное, кто-то его, возможно, Микки спасает. Да, действительно, Микки. Видите, Микки спасает даже своего врага. Но без него и не было бы таких интересных комиксов-детективов. Номер 253. Здорово. Это также не повторка. Следующая наклеечка. Это кадры из как раз мультфильма, мне кажется, про Рождество. Номер 19. Отличный мультфильм. Недавно я смотрел. Номер 19. Хочется, повторюсь, конечно, посмотреть все мультфильмы, которые здесь у нас описаны. Да, действительно, «Призрак Рождества» называется в точном переводе. В 1983 году вышел этот мультфильм. И это не повторка. Ну что ж, здорово. 4 наклейки у нас не повторки в этом пакетике. Втором на сегодня. И, скорее всего, одна все-таки повторка, потому что сколько такую наклейку я уже помню. Номер 31. Да, действительно, была такая наклейка из комиксов про Микки Мауса, про Плута. Ну что ж, коллекционная карточка у нас к 85-му юбилею Микки Мауса. И такая у нас уже, мне кажется, была. Номер 13. Проверим. Действительно, да, была. Ну что ж, откроем третий пакетик на сегодня и посмотрим, что ждет нас в нем. Третий пакетик. Ой, ну такой коллекционной карточки у нас точно не было. Посмотрим попозже. И такой наклейки у нас тоже не было. Номер 76. Такой вот какой-то робот-бандит. Это с комикса. 76. Да, действительно, не было. Последний наклейк на этой странице. Ну, то есть, видите, мы уже пришли к тому, что мы заполняем некоторые страницы полностью. И это, конечно же, здорово. Итак, следующая наклейка у нас Гуфи куда-то летит. В джунглях. Номер 92. 92 номер. И это у нас, наверное, как раз главы про Гуфи. А, нет, это кадр из комикса. Нет, это кадр с поздравления. Да, Микки Мауса, большого разворота. Но, к сожалению, повторный. Итак, следующая наклейка у нас с комиссаром. 168. Какая-то одна из первых, наверное, мультфильмов или комикса. С комиссаром 168, действительно. В дебютной истории комиссар написано уже с этого момента, да, он выглядел вот так, как и сейчас. Дебютная история была в мультфильме, да, про Черного Фантома в 1939 году. Ну, повторюсь, конечно, я не видел этот мультфильм, очень хочется теперь, конечно, посмотреть. Обязательно это сделаю в ближайшее время, посмотрю старые мультфильмы про Микки Мауса. 1939 года мультфильм. Давно это было. И далее у нас наклеечка такой Микки Маус, номер 97. Думает, как он будет косить траву. Кадр из комикса. И снова у нас такого кадра нет. И это здорово. Нам осталось наклеить всего одну наклейку, чтобы заполнить еще одну страничку журнала. Итак, такой вот корабль где-то крушение терпит. Номер 259. Ну что ж, тоже одна повторка попалась, не так плохо. Одна повторка — это совсем неплохо. Да, действительно, это история о том, как Микки Маус попал в джунгли. Значит, он плыл на корабле, наверное. И номер 259 у нас неповторный. И это здорово. Ах, чуть-чуть не очень наклеил. И это здорово. Ну что ж, коллекционная карточка, я думаю, тоже не повторная. Вот такая вот Микки в форме. Что это за карточка? Написано, что это обложка комикса в 1984 году вышла. Это комикс номер 12. Ну что, выглядит очень-очень неплохо обложка. Главное, это у нас
Неповторная карточка. Итак, номер 12, 9, 10, 11, 12. И здесь у нас как раз в этом разделе карточек различные обложки к комиксам. Ну что ж, здорово. Еще одна карточка в нашу коллекцию. И я предлагаю открыть сразу же четвертый пакетик на сегодня. Ну что ж, пока что второй и третий пакетик были всего по одной повторке. Это здорово. Надеюсь, все будет также продолжаться в таком же духе. Номер 4 пакетик. Итак, сразу у нас наклейка, такую я не помню. Номер 204. Номер 204. И да, действительно. А, это у нас раздел про Микки Мауса и Гуфи путешественников во времени. А как же наклеить наклеечку? Так, наверное, да. Написано, что нету эпохи в истории, которую бы не посетил Микки Маус. И вот действительно такой вот раздел комиксов про путешествия Микки Мауса во времени. Ох, снова кадр с Диснейленда, номер 269. Посмотрим, есть ли у нас такая наклейка. Нету, вау. Написано, что шоу в парке Диснейленд любят всегда многие. И вот... Это у нас фотография с шоу в 92-м году, которая имела большой успех в Диснейленде. Здорово, что это не повторка. Итак, и страница про Диснейленд почти заполнена, всего одной наклеечки, но не хватает тем временем. Далее у нас кадр из комикса Микки с телефоном идет куда-то, и такая у нас уже... Была, я думаю, наклейка, да. Вообще вся страница у нас уже заполнена. Ну, что поделаешь. И снова, вау, блестящая наклейка. Кадр, самый первый кадр, известный кадр с мультфильма про Микки Мауса, номер 5, картинка с пароходика Вилли. У нас нет такой картинки. Вау, класс. Написано «Звезда родилась». И вот такой вот классный кадр с мультфильма. Кстати, тоже к своему стыду не смотрел первый мультфильм Микки Мауса «Пароходик Вилли». Надо обязательно посмотреть. Ну что ж, и последняя, да, последняя наклеечка. У нас номер 72. Микки и Минни. Наверное, это с комикса кадр. Уже сложно сказать, был ли такой или нет. Не было такого. Вау, класс. Здорово. Ну что ж, пока что пакетики наклеек очень радуют. Только первый был немножко испугал, но потом все стало намного-намного лучше. И коллекционная карточка также не повторка, я такую не помню. Это у нас коллекционная карточка 2008 года к 80-летнему юбилею Микки Мауса. Вышел такой вот комикс с такой обложкой. Номер 14 карточка. Карточка под номером 14. Значит, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Здорово. Снова очередная коллекционная карточка. И на этом мы открыли уже 4 пакетика, да? Не завалялось у нас еще наклеечек? Нет. Ну что ж, откроем 5-й пакетик на сегодня. И тогда посмотрим, сколько же сегодня у нас повторок попадется. Всего. Итак, какая-то блестящая карточка. А, была такая, к сожалению. Итак, первая наклейка номер 243. 243. Здесь у нас про приключения Микки Мауса на необитаемом острове. И вот как раз здорово. Написано: к счастью для обезьян, Микки Маус был поблизости, когда взорвался вулкан. А нам хорошо, что это не повторная наклейка. Ну что ж, кадр из Микки Маус Фантазии. Вот такая вот классная блестящая наклейка под номером 14. К сожалению, у нас повторка такая уже была у нас наклейка, да. Итак, следующая наклеечка. Вот такой вот Микки с какой-то мадам. Похоже все-таки на бандита Карла переодетого. Номер 165. Я думаю, это действительно про бандита Карла. Да, действительно, это он. И, к сожалению, повторка, да.
Ну что ж, следующая наклейка у нас, я думаю, с Микки Мауса репортера раздела номер 235. Номер 235, и у нас не повторка, здорово. Так, постепенно, постепенно наш альбом собирается. Что, конечно же, не может не радовать. Отлично. И последняя наклейка в первых пяти пакетиков, номер 172. Снова с комиссаром. И я думаю, это повторка. Да, действительно, это повторка. Такая у нас уже наклеечка есть. Посмотрим коллекционную карточку. Здесь у нас, наверное, появился 1968 года. Это у нас комикс. Написано «Привет, здесь Микки» с черным фантомом. Ну что ж, это у нас карточка номер 10. Посмотрим, была ли у нас такая карточка. И, к сожалению, да, уже попадалась. Итак, друзья, мы открыли 5 пакетиков сегодня. Посмотрим, что, как у нас выглядит ситуация с повторками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 наклеек. Практически 2 пакетика у нас повторок. Но вот всего 2 карточки, то есть 3 карточки были неповторными. Я думаю, можно еще открыть 2 пакетика сегодня, чтобы компенсировать повторки, которые сегодня попались. Итак, пакетик под номером 6 на сегодня. И посмотрим, что ждет нас в нем. Вот такой вот Микки с прошлого и настоящего, номер 58. Да, не повторка, вау. Я, честно говоря, думал, что я уже видел ее даже не раз, эту наклейку, но нет. И это очень-очень-очень хорошо. Номер 58. Ну что ж, вклеим. Отлично, практически собрана у нас страница. Далее у нас про Микки Детектива, номер 164. Мне кажется, такую наклеечку я уже видел. 164. Да, к сожалению, как Микки ищет бандита Карла. Итак, следующая наклейка у нас с какого-то старого мультфильма про мушкетеров. Был такой, я знаю. Сам не видел. Был такой мультфильм, номер 22. Надо обязательно найти его. Посмотреть, да, действительно, мушкетеры. 2004 года, 3 мушкетера. Микки, Дональд и Гуфи. Вышел такой мультфильм. Это номер 22. Здорово. Далее у нас наклейка 2 Гуфи из настоящего и прошлого. Номер 56 наклейка. И это не повторка. Тоже отлично. Отлично. Номер 56. Все идет совсем-совсем неплохо. И последняя наклеечка в нашем шестом пакетике. Микки связанный. Номер 64. Ну, такой, мне кажется, уже у нас точно был, да, действительно, это является повторкой. Что же касается коллекционной карточки, снова у нас такие вот, как в новогодних каких-то нарядах. Номер 33, и такая карточка у нас уже, к сожалению, попадалась, да. Ну что ж, откроем последний пакетик на сегодня, 7-й. 7 выпусков, 7 пакетиков, 7-й выпуск. И посмотрим, что ждет нас в нем. Так, первая наклейка. Вот такой вот Микки Мини, как будто бы с прошлого. Номер 130. И это у нас история про Мини, действительно. Написано, что они, да, не одинаковые. Что у них иногда не одинаковое мнение. Но, тем не менее, они вместе. Номер 130. И здорово, это у нас неповторная наклейка. И мы уже практически так же заполнили весь раздел про Мини. Только одна наклеечка нам не хватает для полного раздела. Номер 125. Такой вот кадр со старого мультфильма. Но у нас, да, вот он сразу же здесь. Сразу же первое появление в пароходике Вилли. Мини было в 1928 году. С самого начала вот они были друзьями. Номер 125. Повторная. Итак, следующая наклеечка у нас Гуфи Мини Гамма, номер 87.
Мне кажется, такой наклейки у нас еще не было. Но я могу, конечно же, ошибаться. Номер 87. О, да, к сожалению, есть такая наклеечка. Видите, уже вся страница заполнена. Сложно даже найти, где она была. Итак, и вот большой разворот. Снова гамма. Я думаю, это уже раздел про гамма, либо про Плута. Номер 155. 155, да, это раздел про гаммы. И здорово, что это двойная наклеечка. Двойная наклеечка, и мы ее наклеим. И она у нас не повторка, это здорово. Ну что ж, последняя наклейка нашего сегодняшнего 7-го выпуска. Микки Гуфи где-то в горах. Я думаю, конечно, это про приключения Микки Гуфи в горах идет раздел номер 249. Надеюсь, очень надеюсь, что это... не повторка. А, да, не повторка. Здорово. Ну что ж, вот такое вот хорошее завершение выпуска. Скоро-скоро мы уже соберем весь альбом. Номер 249. Отлично. И вот такая вот коллекционная карточка. К сожалению, повторка. Номер 27 у нас уже был. Да, действительно. Ну что ж, результат сегодняшнего 7-го выпуска. Мы открыли 7 пакетиков с наклейками. И у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Целых 13 повторок. То есть практически 3 пакетика это одни повторки. Видите, все больше и больше. Но 7 пакетиков 4 карточки. То есть 3 у нас не повторки было. И это неплохо. Ну что ж, наш альбом заполняется и заполняется. И... спасибо, что смотрели видео. Ставьте лайк, если понравилось. Пишите комментарии. Через 3 дня мы продолжим собирать наш альбом. Всем спасибо. Пока-пока.